Здорово, народ. Продолжаем проходить Diablo 4. Я тут... Была у меня небольшая минутка, я тут немножко побегал, допы подделал, пособирал, короче, парочку этих алтарей лилит нашел, вел допы, ну и заскочил в этот, в руины одни, чтобы аспект взять. Ну и у меня, получается, никаких не, нету этих легендарок пока что, но... Ох, кстати. Легендарок нету, но все еще впереди. Что еще может, можно сейчас придумать? Ну, пойдемте, короче, я предлагаю закончить пару вот этих квестов дополнительных и продолжить по сюжету. Еще сюда можно зайти. А, ну давайте, короче, сделаем допы и пойдем. Фух. Закончил я свои дела, но в квартире находиться сейчас невыносимо. 27 градусов, еще и солнечная сторона мне в окна, короче. И все это мне нагревается, жопа. Можете услышать просто еще этот, работает у меня вентилятор. Но... Мне нужно немного. Вот эти сильно собак. Ну и этот, включил вентилятор, чтобы немножко хотя бы не так душно было, но кошка у меня помирает, лежит там, спит. Да, то надо как-то более активно, мне а нужно тут... немного. Там... Лежит. Как и бывает. Самому тоже было мешать, как у кого. Ну не без этого. Не включайся. Сегодня-завтра буду стримить. Сегодня, видимо, точно часа. Посмотрим, короче. Оно пойдет. Так, очистите окрестность. Галдишка нам нужна. О, бля, жесткий. Ты сказал бы, что слабый. Мне нужно немного подождать. Так. Все. Ага, к жрецу надо вернуться. Окей. Сейчас одни шаманы, вот эти друиды бегают. Ага, с собачками. Так. Ну и чё? Чё ты мне дашь? Ты справился. Я его отсюда чую. Жаль, не увижу, как танцует огонь. В тебе сияет свет, странник. Спасибо. Что там дали? О, оболы.
Неплохо. И пойдем сейчас вот сюда. А, я, короче, какая пушка помощная. Жаки. Кстати, какую-то пушку нормальную этот на шею верить. Дубинка чуть получше, наверное, чем топор. Надо еще потестить. Бейте двоих дозор. Ладно. Эй, нечего дремать. А кто это там? А, это мародеры тут. Когда он замахивается, надо прочитать. Мне нужно немного. Получаю. Мне нужно немного подождать. Да, не играть мне, короче, на этом. На харде. А вы на харде, на хардкоре. Эй, чё? Мне нужно немного. Да, короче, подождать. Это. Немножко раздуплиться. Мне нужно немного. Я еще не готов.
еще не готов. Тут ничего нету. Ну, хоть какой-то сундучок. Я еще не готов. Колечечко. Кстати, мне не хватало до такого колечка, чтобы клепануть этот. Так, сравнение. Пойдет. Надо, короче, как раз мне надо было золотое кольцо, чтобы этот клепануть этот легендарочку аспект положить. Я не могу двигаться. Даже двигаться, то есть не то, что двигаться. Я не могу двигаться. Это у них за дым такой. Опа. Ну тут мы были. Зачищаем все полностью. Папа, так это правда? Ангел ходит среди людей? Рыцари выступают в Кор-Валар. Будь я на пару лет старше, прошел бы экзамен и сейчас шагал рядом с ними. А так сижу здесь. Рыцари оставили в крепости небольшой гарнизон. Можешь гордиться мной. Я больше не полирую щиты. Мне дали меч. Хотя вряд ли мне придется сражаться. Скоро напишу еще. Эдмунд. Полезно. Да, как же я туплю какую-то. Мне нужно немного подождать. Получили приказ. Нас призывают на особое задание во имя света. Многих уже призвали так. Никто не вернулся. Мы тоже не вернемся. Мы и так отдали церкви все, что у нас было. Неужели мы должны отдать и свои жизни? Я
осталось. Я не готов. А, и вот еще благословение духов есть, но там надо этот захватить крепость или что-то такого. Прокачали, а тут возьмем быстрее, наносит 200 урон от отравления за 4 секунды. Это типа по площади в основном, а это ухоренный урон. ДПС секунду увеличивается. Давайте пока распространение. Посмотрим, короче, потестим. Если что, поменяем. Ош. Золотой сундук. Я еще не готов. Да кто там стухнет? Еще кто-то? Нет? Собираем все. Вот это насыпало. Хороший буст. Смотрим. Ага, это двуручный топор. Он еще хуже, чем это. Шанс укрыту, вдалеке это плохо. О, сдох увеличение к хп. О, так. Ну, или воля, это увеличение урона, кстати. Пусть будет. Так, а тут у нас... Ну, тут просто 1.8 к урону. Ага, изнуряющий рев какой-то. Какой-то скилл получается. Так, о, забыл. А, это еще. Одну использовал, а другого нет. Лады. Ну, бронька есть, он хотя бы не так был. Ахуба. Ух ты, меня отравили.
Походу бьет, короче, восстанавливается. Мне нужно немного подождать. Я еще не готов. Понятно. Ой, жирный попался. Просто к силе. Сила воли. Ой, какой киевшот, подожди. Пробежимся. Что-то лежит. Новобранцы оказались весьма неплохи. Особенно одна. Селяна Кост. Просил ее веру. Он может развеять даже самую мрачную тень сомнений. С ней легко разговаривать о тех, кого я оставил во имя света. Ей тоже пришлось оставить семью. Сына. О, идем к боссу. Ух ты, а ты откуда попали? Я еще не готов. Я еще не готов. А, я помню этот данж. Этот босс тоже волклак. Как и я. Так, никаких сундучков тут нету. Вот, пришли. Вот мы на месте. Я еще не готов. Это же мог телепортироваться. Мне нужно немного подождать. А, это не босс. Я еще не готов. Уже больше. Ёб твою мать. Не хватит.
Я есть. Ага, вижу. Я считаю, нам с ней надо бежать. Ее сыну нужна мать. Мы можем начать новую жизнь. Вдали от Хьюг и снегов. Она отказалась. Селиана сказала, что не отречется от света. Построить своему сыну лучше не думаю. Где этот вампир? Я отъехал. Ядовитый попался, а? О, тотемчик. Ну, так урон чуть слегка увеличится в основном. Я еще не готов. Ладно, идем дальше. Запас здоровья. Не. Мне нужно немного. Больше духа. Аучай, скотина. Ага, вот тут и босс. Ладно, ну пока что сходим сюда. Yeah.
Вот. Так, пойду я себе что-то холодненького возьму. Сейчас приду. Теперь можно. Теперь уже можно идти дальше. Мне нужно немного. Ого. Немного подождать. Ой, я тут буду плотно потеть. Я еще не готов. Реально очень отъезжаю. Это, блядь. Мне нужно немного подождать. Я еще не готов. О-оу, короче, я тут буду отъезжать. Мне нужно немного подождать. Да, вблизи просто терпивая. Вот, так и знал мне. Я только не убил. Какая-то тактика, ее надо придерживаться. Но это будет очень долго для Хануха. Я еще не готов. Может, ты быстрее, сука, двигаться, алло.
Тапки себе купи, бля. Мне нужно немного подождать. Мне нужно немного реально, блядь, что упирается в него, сука. Я тупо... Обебаю. Я еще не готов. Понятно. Я сосу и суну. Девятнадцатый, да. Я сосям бабе. Понятно. Никакого колдовства, только честная магия. Доброго пути! Да. А, не хватает. Ладно, сейчас разберу и приду. А там есть чем что поразбирать. Хранит тебя отец. Чем могу помочь? Забирай, что осталось. Так, ну у меня там вроде каких-то... Сколько у меня там? А, 60. Наролить тебе не смогу, короче, ничего. Толково. Кодекс силы, аспект, предмет. Теперь хватает. Колечко получилось, да? Из камрону. Молнии. Не, это надо, короче. Нет. Наложить чары. О. Меня. Вот, мне молнии. А стоп, что надо? Злая роза. Ну-с. Так. Тут я сосямба, короче, конкретный. Делать допы сделаем. Закроем допы, прокачаемся, нормальные шмотки найдем. Тебе что-нибудь выковать? Что-то молот дает. Какая разница между молотом и дубинкой? У нас... Не, так. Атак секунду меньше. И подавляющий урон. Угу. Ну, такой же, в принципе, урон. И тут урон с высоким уровнем здоровья. То есть, начальный урон будет увеличен. Да. Значит, топор... Не зевай на дороге.
Давайте попробуем какую-то херню одноручную все. Получше взять. Да, не густо. До скорого. Чё? Да, говно. Так и проебался день. Давай, короче, это пойдем сюда, прогуляемся и потом по квесту, короче. Тут у нас есть. Я еще не готов. Я еще не готов. Блин, если бы у меня персонаж хотя бы чуть побыстрее был, то было бы намного лучше. Было раньше событие, да? Теперь пока. Мне нужно немного подождать. Кто её зафармил, это событие. Так. Ну. О, появилось. Да, вовремя пришел. Дочь ненависти требует кровь. Нужно немного подождать. Мне нужно немного подождать. Вот так. Мне нужно немного подождать. Мне нужно немного подождать. Он будет доволен. А заткнись. Мне нужно больше. Да, он тоже. И еще другие. Мне нужно немного подождать. Замедляются. О, точно. Вот это можно замедление и больше крит урона. Ну,
Вижу. Духа не хватит. Подожди. Угу. Не подходит. Ну вот это надо, короче, не физический урон, а уменьшить к себе и... Это тоже неплохо. И это тоже неплохо, да. Давайте сначала уменьшим. Не физическому урону. Я еще не готов. То есть у нас там в основном ядом клепало. Не фиди. Сивки нужны. Мелочь такое. А приятно. Да, это я. Мой страж напал на меня. Хотел задушить. Все, что удалось сделать, прежде чем потерять сознание, это скатиться с обрыва. Пойду в Кеовашат. Попрошу сопровождения у рыцарей. Пожалуйста, отнеси требования десятины лорду Талгуну в Министат. Лады. Блин, за то, что пушка слабая тоже, слабовато. Да нахуй. А, и мне еще надо прокачать сейчас бутылку. Что я? Ну да. Такс, что у нас тут? Я... безмерно благодарен. Надо все подготовить. Прошу меня извинить. Но как? Это не должно было попасть ко мне. Не должно. Сдерживайтесь, господин. Молчите. Ах, да. Конечно. Продолжаем, Исте. Сделка пошла не по плану, и негодяй Лускас вынудил меня заплатить за мою безопасность. Он остановился рядом с перевалом на северо-западе. Верни камни, которые он забрал, и я тебе отплачу. Ладно, разберемся. Ну, что тут задание? Безумица с топором. Она убила моих рыцарей, раскидала, как детей. Ее лицо было искажено болью. Точно, она не владела собой. А топор, он как будто пил кровь. Кто-то должен отнять у нее этот проклятый топор. Ополченцам это не под силу. О, мне надо такой топор. Только не ты! Не подходи! И чё? Она молила о пощаде, а теперь с жадностью глотает людскую плоть. Мне нужно немного. У меня мало духа. Oh!
Что это у меня так? Я еще не готов. А, над химиотом. Я просто. Еще не готов. Мне нужно немного подождать. Мне нужно немного подождать. На. Дело сделано. Угроза миновала. Магдалена, разрази меня, свет. Как же так вышло? Мне нужна твоя помощь, и времени мало. Чтобы уничтожить клинок, надо изгнать из него демона. Встретимся на утесах тысячи ветров. Мой скит стоит на священной земле. Нет места безопасней, чтобы провести ритуал. Что-то ты этот странный тип. Так, ну что? Ладно, идемте, короче, по сюжету. О, модель. Я хотел еще себе зелье апнуть, да? А тут такого нету, ладно. Ева Шар. Где там алхимик? На 30-м надо прийти и раздробленные кости зверя. Окей. Слава свету, ты здесь. Мой. Отлично. Похоже, ты умеешь сражаться. Мне пригодится помощь, пока я буду изгонять демона из сына этого доброго человека. Встретимся в подвале. Готовься. Ты узришь истинное чудо. Бляха-муха, 5 подвал. Ладно. Здесь даже холоднее, чем снаружи. Значит, рядом демоны. Верный знак. Возьми мою чашу и поставь перед мальчиком. А я пока поищу нужные строки в молитвеннике. Я знаю, что слуги собора обычно сжигают одержимых. Да, некоторые клирики порой слишком буквально понимают Писание. Сегодня никто не сгорит. О, хвала свету! Ну? Начинай. Отец Энарий. Узри, я проливаю черную кровь. Очисти ее светом. Пусть он наполнит наши... Ничтожество. Этот детеныш мой. О, ангелы! Сынок! Пусть свет развеет тьму в сердце этого младенца. Отец, прогони демона! Нытье здесь бессильно, святоша.
Отец, молю, защити сие дитя. Приказываю тебе, изыди! Нет! Нет! Я вам все кости переломаю. Быстрее, убей его, пока он ни в кого не вселился. Я еще не готов. Мой мальчик, ты меня слышишь? Умоляю, скажи хоть что-нибудь. Хрена себе, экзорцизм. Неплохие косты. О, отец? Где я? Сынок. О, Вата, ты жив и здоров. Папа. Спасибо, сестра. Пожалуйста, ты ведь придешь на следующую службу, да, Петр? И сядешь в первом ряду? Конечно, сестра, конечно! Пусть побудут вдвоем. Поговорим снаружи. Это было что-то с чем-то. Ты хорошо справился. Из тебя бы вышел неплохой брат. В Киавашаде еще много людей, кому я нужна. Я бы не отказалась от твоей помощи. Если будет время, приходи. А не, что еще дали? Ладно, ладно, все, короче. Создание самоцвета. Ладно, пойдемте еще посмотрим. И пойдем по сюжету. Я уже такие побочки, короче, исследование карты, я это уже буду вне стрима делать. О, вижу у тебя глаз наметан. Лучшего огранщика, чем я, не найдешь во всем санктуарии. Приноси необработанные камни, и я сотворю чудо. Сам увидишь. Ювелира надо было Сашей назвать. Так, рубин. На. Ну и все. Больше у меня нету, да? Так. Добавить гнездо. У меня есть кольцо. И если я дам... Украшение сопротивления к холоду, к огню и к молнии. Так, смотрим, что у нас, куда мне нужнее. Шанскрит повышать. Вот так. Давайте к огню, наверное. Так, где у нас там квест, продолжение квеста? Ага, идти с пути. О, потом туда пойдем. Ну, давай. Елесик.
Да понял я. О, сколько. А не, он так грибает конкретно этот друид. Ну, мы сюда, что ли? Тут что-то наверху есть. Я, наверное, неправильно пошел, чтобы забрать. Я еще не готов. Спуск. Ладно, я думал, там что-то припрятано. Бляха. И ради этого я сюда и шел. Thank you.
короче, себе скорость увеличить. Надо уменьшить. Да, над билдом надо, короче, поработать. Нету таких шмоток, чтобы усилить его. Сейчас ты в плену иллюзии, созданной Харадримами. Портал вызволит тебя из этого. Можешь расслабиться. Здесь тебе не причинят вреда. Больно. Что мы с ним? Поговорить надо. Кто ты? Кто ты? Что-то вроде единомышленника. Я спас тебя в горах. Ты потерял лошадь и забрался в пещеру. Если бы не я, замерз бы до смерти. Зачем ты мне помогаешь? О, тут все просто. Ты хочешь остановить Лилит, а я хочу, чтобы у тебя все получилось. Но если будешь слушать Харадримов, ничего не выйдет. Так, идем дальше. Для них все всегда заканчивается пожаром и смертью. Ну что, насмотрел? Открывай дверь. Зачем ты это мне рассказываешь? Чтобы тебя предостеречь. Однажды Харадримы зайдут в тупик, и в этот момент лучше оказаться от них подальше. Портал перенесет тебя прямиком к девочке, которую ты ищешь. Ну, погнали. Обратно в Харадримскую иллюзию. Нейрелла. Вот ты где. Кажется, я сбилась с пути. Как тогда, когда мы заблудились с мамой. Путь к хранилищу обрывается здесь. Видимо, это где-то рядом, в лесу. Тут нам еще 3 очка надо, окей. Тут это тоже неплохо, кстати, на увеличение накапливаемого ресурса. Ну, где-то я тут... Ага. Уменьшается еще на 5% на 6 секунд.
Это тоже что-то. На одну. Чтобы мы немножко живучие были. Дорога изменилась. Выходит, статуя создавала иллюзию. Я еще не готов. Вот так вот. Не то, чего я ожидала. Но продолжим. Нам нужно всего лишь одно заклятие, чтобы пересечь озеро и остановить Лилит. Накрепко заперто. А что насчет вон того прохода? Есть что? Кажется, это хородримский шифр. И вот это, такой же символ, как на двери. У меня есть идея. Отойди назад. Чеспичат. Идем дальше. Не хочется мне что-то читать. Эй, а как же я? Снова та же печать. Думаю, снять ее еще раз будет несложно, но почему ее использовали тут? Заодно и узнаем. Конечно. Мы обязательно должны поймать Лилит. Я займусь дверью. Если разделимся, будет быстрее. Только если ты останешься с этой стороны. Ладно. Что надо искать? Ты разве не знаешь? Книгу, свиток. Все, что поможет нам пересечь Черное озеро. Открывай. Чеспичат! Готов. Эй, блин, инфернальная дерьмо. Мне нужно немного подождать. Так, это душу.
Я еще не готов. Есть какие-то сундучки? Не? А, есть, есть. Оп. Простой магический посох с двумя дырками. Неплохо. И в сумме получается 17% дополнительного урона под эффектами контроля. Неплохо. О, тут есть немножко. Чуточку получше. Мне нужно немного подождать. Фасье. О, что-то будет. На. Я еще не готов. Сейчас движуха будет.
Больше молнии, больше урона. Зачем демону было охранять эту книгу? Нужно отнести это Нейрелле. Надеюсь, тебе повезет больше. Очень интересно. Это записи Харадримов. Тут перечислены заклинания теории Ратмы, первого некроманта. Это не то, что нам нужно. Нет. Но тоже сгодится. В этой книге должно найти заклятие, которое вернет мою мать. Она знает, как пересечь Черное озеро. Думаешь, это хорошая мысль? Другого выхода нет. Моя мама нам поможет. Встретимся внизу. Нет. Внизу это где? Я лошадку. Или сюда. Я ушел. Сейчас. Опять аварий на сегодня. Ух, мало поспал, рано встал, короче, пошел документы по делу, там, говорится, дела. Освободился, вот играю, но, блин, я еще в таком сонном состоянии. Я прилег, я бы сейчас уснул бы, конечно. Здорово. А, ты как раз вовремя. Это Квера. Она считает, что в ее мужа вселился демон. Не считаю, так и есть. Он часами бродил где-то, а потом вернулся с окровавленными руками. Сказал, что ничего не помнит, но мне сделалось страшно. Я связала его и заперла в подвале. И побежала за помощью. И мы тебе поможем. Идем, покажи, где он. Может, он просто маничело? Где же ее муж? Что это было? Тут где-то проход. Алло. Как мне туда пройти? Подожди. Не так. А где же он? Подожди. Как это? Где же он? Ну все там же. Что произошло? Мой муж Вазок. Он прятался наверху. Он побежал в том направлении. Поспеши, пока он еще кому-то не навредил. Все хорошо. Рана не такая страшная, какой выглядит. Я выживу, иди.
где-то здесь прячется. Ванан! Проклятие, он залез в стоки! Ну ладно. Иди сюда. О, чумная личинка. Дает подавляющий урон, отлично, под эффектом контроля. То есть если под эффектом контроля, то есть когда я пускаю лазу, начинаю коцать, типа увеличенный урон, отлично. О, 12% от базовых умений. Это так пойдет. Я еще не готов. Еще не готов. Идем в эту сторону. Я
О, я пришел, походу. Убирайтесь! Не подходите! Нет, мы тебя не оставим! Ситуация непростая. Ну-ну. Что нам теперь делать? Делаем как прежде. Возьми чашу и поставь ее рядом с ним. Так близко, как выйдет. Я пока его отвлеку. Вазок, спокойно. Повторяй за мной летание, хорошо? Нет! Все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Отец Инарий, узри! Я проливаю черную кровь. Очисти ее светом. Не надо! Прошу! Как больно! Пусть он наполнит... Нет! Нет! Что-то не так. Охренеть. Что это произошло? Базы! Ох, ни хрена себе. Взгляните на останки этого ничтожества и готовьтесь оплакивать собственную причину. Мне нужно немного подождать. Ликуй, пока можешь. Твоя победа ничего не значит. Вазок, я не справилась. Прости, прости меня. Надо выбираться отсюда. Ты ранена? Я цела. Даля, ты ранена? Нужно только отдохнуть и согреться у огня. Спасибо. Все кончилось скверно, но без тебя дела пошли бы еще хуже. Надо подобрать слова, чтобы рассказать Квере о Вазаке. Береги себя, дитя. Там, что там, что там? Вот нет. О! Да надо. Допинг нет, не получится. Продолжим, короче, путешествие сюда. Не, классные квесты с этим, с экзорцизмом. Уматные, мне понравилось.
Уже какое-то продолжение будет. Что ты делаешь? Ты тоже его видишь? Призрак Корика, моего сына. Его ребенком забрали в черное убежище. И теперь он меня преследует. Зовет меня. Просит, чтобы я этого больше не вынесу. Я заплачу. Только прекрати эти муки. Прошу, упокой его душу. Отец, это... Нет. Нет, нет, нет. Ты умер. Папа, не хочешь навестить меня? Нет. Они забрали тебя за твои грехи. Ты... Отец, прошу, зайди ко мне. Я жду тебя в убежище. Исчезни! Исчезни! Пожалуйста, исчезни! А, жестко. Ладно. Ага, черное убежище по пути. Ну, не. Идемте, короче, сразу по квесту. Ну, нафиг. Подбираем все. Так, сегодня, я думаю, пройду первый акт. Ну, посмотрим потом дальше. Плохо дело. Слушай внимательно. Мне недолго осталось. Наш товарищ, лорд Авитий, пал в древнем городе под горой. Мы отнесли тело в склеп, но он ожил и начал пить кровь. Только я выбрался. Прошу. Убей его. О, идемте на события. Я еще не готов. Еще лучше топорик. Неплохо. 23% к подавляющему урону. Было неплохо. Надо будет камушек не забыть вытянуть. До этого было так, а тут у нас под действием замедления. О, плюс 14% к умению базовое. О, отлично, перчаточки. Угу. Всем и интеллект, ну такое.
Зараэль. Квест тут уже, наверное, идет. О, тут... О, тут город какой-то. Надо себе... Убежище племени медведя. Блин, а и тут немного еще. Хочешь поговорить с вождем? Сначала заслужи. Убей наших врагов. Истреби Хазра из клана льда, которые бродят по этой горе. Переломаем все кости и принеси эти кости нам. Может, тогда вождь тебя заметит. Хрена себе. Это я, наверное, как-то... Делаем вот так. Магической. И простой. Остальное оставим. Здесь это невозможно. Как ваше племя? Мы верны цели, как прежде, но на душе у нас тяжело. Недавно погиб Болток, лучший воин вождя. Что еще хуже, Хазра забрали его оружие. Знаменитый молот Гризли. Мне неловко просить об этом чужака, но прошу, забери молот у этих проклятых тварей. Оставлять его у них значит порочить честь нашего павшего героя. Мы видели, как его утаскивают в пещеру в Малнаке. Скажи-ка об этих трофеях. Мы храним эти трофеи, чтобы почтить предков и перенять их мудрость. Черепа напоминают, что смерть всегда рядом. И твоя собственная тоже. Для одного черепа я берегу отдельное место. Козлоногого по кличке Каулер-Собиратель. Он охотится к северу отсюда, нагло пожирая наших ребят. Каулер бросает нам вызов. Если принесешь его уродливую башку, мы будем тебе очень благодарны. Я обо всем позабочусь. Можно будет, короче, если что. Тут что у нас? Ага, это вождь. Он со мной говорить не будет. А дальше? А с другой стороны? Мне нужно немного подождать. Могила павшего воина из племени медведя. Оружие и доспех с гордостью выставлены на всеобщее обозрение как свидетельство доблести владельца. Окей. Понабирали квестов, потом охотиться, потом будем тут. Сейчас откроем. Видно было. Ага, для некроманта. А вот Малнак, 23 уровень. Я еще не готов. Крыться толще.
где-то там делал в апреле мае. Потом, конечно, он выдавал. Но у меня он был одна кнопочка, конечно. Продолжается. Отвечай, что тебе нужно. Шел вон. Меня ждет преподобная мать права. Открыть ворота. О, Вига. Мортенсен. Вы были славными воинами. Трудились и сражались, не жалея сил. И пили тоже. Братья, сестры, надеюсь, в этом пламени вы обретете покой. Виго, что ты тут делаешь? Ты жив? Я признался праве. Рассказал про взятку от той женщины. Скверно это все. Сейчас решается, что со мной будет. Похоже, не видать мне жалования, когда она закончит. О, а ты ведь как раз к ней. Может, вместе пойдем? Вдруг она сменит гнев на милость, если увидит тебя. Мало кто так согрешил, как ты. Какой-то... Вернулся? Смело, смело. Да, где-то шока есть. Стой. Она ждет нас. Виго, удачи тебе. Пусть командир дозора пришлет замену тем, кто сгинул в шахте. С возвращением. Виго тут рассказывает, что ты был куда храбрее его. Чтобы добраться до Лилит, мне нужно благословение небес. Для начала благословение надо заслужить. Священную войну не выиграть, если воины ни во что не верят. Это священная война. Лилит принесла в санктуарий вечное противостояние. В пророчестве сказано, что Инарий спасет нас. Ну а пока будем делать то, что должны. Отправляйся в Алебастровый монастырь и очисти там свой дух. Тогда и поговорим о благословении. Хочу принести пользу. На юге есть руины. Ступай туда. Куда нам? О, уровень. И тут у нас скорость, да? Ладно, потом если что перелопатим. Вероятность нанести критический удар находящимся рядом противника повышается на 2%. Неплохо. Это не надо и... Тоже не надо. Отравленные противники замедляются на 8%. И урона. Замедлять немного. Я еще не готов. Туда. Что тут у нас? Ага, группа должна захватить Молнок. Окей. Но это мы потом сделаем.
Мне нужно немного подождать. Мне нужно немного подождать. Да, немного подождать. Паломничество. Ну такое, блин, пробежка с этими. О! Движуха есть. Давайте на сюжет, на события пойдем. Бейте всех в зоне. Я еще не готов. Вот и изи. Мне нужно немного подождать. Еще не готов. Не, ну аспект неплохо так заряжает у меня, но неплохо этот апается. Немного подождать. А вот он. Вот тут последний. Мне нужно немного подождать. Победите врага. Иду. Мне нужно немного подождать. Куда? Сундучок. Мне нужно немного подождать. Так. Вторжение боевого облачения. Так. Физический урон, подавляющий урон. Действие на замедление 7% урон. Уязвимым противником урон. Стоя гнездо. Ладно, ставим. А это у нас двуручный. Не знаю насчет двуручного. 46. Ну давайте попробуем. Смотрите, у нас урон от оружия 372. Если я не упал. 263. Ого, это надо. Погнали. Я тут немножко буду подтачивать, если что, типа хавать. Не обижайтесь. Тебе будет ли надо микрофон выключен? Мне я буду нужно жевать. Немного подождать. К западу отсюда находится святилище с реликвией, которое, как говорят, может бороться с твоими грехами. Вешает их грузом на тело и душу. Процесс крайне неприятный, но он поможет тебе очиститься и подготовиться ко встрече с отцом. Надеюсь, ты не слишком переживаешь. У кого-то шансов выжить больше, у кого-то меньше. Будь осторожнее, ладно? Потом я тебя найду. Фу!
сколько их надо частей собрать? Непонятно. Блин, с этим двуручным нужно атаки. Я еще не готов. Внемли, порождение тьмы. Ты зашло туда, куда не проникает свет. Отринь свои прегрешения. Вдохни холодный воздух поглубже. Встань на путь искупления, если твоя вера достаточно сильна. Угу. Внемли, порождение тьмы. Ты зашло туда, куда не проникает. Ну, и где у него этот... А, вот. Ну что, погнали. Иди сюда. Да, медленнее, короче, атаки. Ну что, пойдем. Своих ран. Ощути холод пронзающей кости. Возрадуйся, ибо страдание плоти есть первый шаг к очищению души. Да будет вера твоя сильнее, чем Знай, насколько они огромны. Пойми, насколько мал человек. Ощути свою незначительность. Прими свое назначение в служении Отцу, ибо Он указывает нам истинный путь.
Я еще не готов. Надо было так тупо. Мне отъехать. Нужно немного подождать. Глядись в себя, отыщи свою веру, почувствуй, как она заполняет пустоту внутри. Помни, что без веры ты ничто. Никогда об этом не забывай и всегда стремись к свету. Устали. Да, я люблю играть в карты, но ведь это не преступление. Та взятка. Из-за меня погибли славные воины. Но что? Теперь на мне клеймо поставить? Всю жизнь напоминать? Я же... Да провались оно все. Я молюсь, почему это не помогает. О,
тебя получилось? Это нас хоть в чем-то объединяет. Ты связался с правой? Скоро. Но хватит об этом. Ты вот-вот встретишься с самим отцом Инарием. Ты знаешь, назад возвращаются не все. Но ты уж постарайся. Угощу тебя чем-нибудь покрепче. Ну что, идем к Инарию. Поклонись ему и помни, сколь ты мал, сколь ты ничто. Прости за бесцеремонность, но... Говори, что надо. Мне нужно твое благословение, чтобы пересечь Черное озеро. За время, что я провел здесь, я понял одно. Искомое и нужное редко одно и то же. Когда-то я стремился покончить с войной. Но это ничего не было, одну лишь боль. Я шел неверным путем, и с каждым шагом все больше отдалялся от дома. Мы создали мир вопреки законам бытия, но все же, как и его создатель, он гниет изнутри. Я не... Лилит проникла в древний город. Благослови меня на бой с ней. Твой род слаб. Хватит терзать мир своими праведными воинами. Я с ней справлюсь. И все. И снова Корвалар. Куда мне там? Угу. Ладно, уже пешком. Отсюда можно было. Блин, 48 тысяч только. Офигеть. Мне нужно немного подождать.
О, тут еще какой-то квест есть. Возьмем. Как идет служба? Путник, нужна твоя помощь. Умирающий рыцарь принял меня за исповедницу. Рассказал мне о вопиющем святотатстве. Сказал, что его отряд открыл секрет вечной жизни. Это красная чаша. Епископ, который их вел, приказал им вдоволь из нее напиться. Сейчас они скрываются в месте, которое рыцарь назвал кровавой часовней. Чашу надо забрать, а мне пора идти. Когда она будет у тебя, найди меня в лагере племени медведя. Вампиры ебаные. Красная часовня, красная чаша. Мне нужно немного подождать. Благословенны те, кого коснулся свет. Пусть вера станет нам защитой от тьмы. Рада снова тебя видеть. Поговорим внутри. Не стоит стоять на холоде. А ну-ка, не пропущу. Вось проходишь, классно. И все же ты стоишь передо мной, цел и невредим. Мне этого достаточно. Я его знаю. Благословляю тебя именем света. Пусть его лучи защитят твое сердце от греха и скверны. Нашу победу предрекли сами небеса. Все. Во. Так, мне на молнок на 24, но у меня 22. Я там сам не выживу. Ладно. Так и откуда быстрее будет? Оттуда или? Ну, отсюда. Скорее бы уже лошадь бы дали для перемещения. Кузнец. Тебе что-нибудь выковать? А тут у меня 100, да? У меня там за пошмотком золото. Ладно. У нас у меня старого левела. Да, надо ботинки новые. Любасы. Да. Новые ботинки. Да. Не густо. Да. Согласен. Лучше к силе воли, конечно. Но разницы никакой. Говно. Блин, сегодня вообще не особо хочется разговаривать. Я через силу разговариваю. Хочется сидеть и молчать, но я знаю, что на стриме все тяжело. Секундочку. Здорово! Ну и так, это бустеров не появится. Мне нужно немного подождать. Не, спасибо. Не занимаюсь ничем таким. Я еще не готов. Я для развлечения этой фигни занимаюсь. Знаю, кто хочет, тот пусть занимается этим. Мне нужно немного. Так,
О, у меня есть как раз ключ. Я еще не готов. Реклама. Не интересует. Мне нужно немного подождать. Опять в лагерь пришли чужаки. Это где-то ящик был. Исполнится. Я думал, по несколько раз он там появляется. Мне нужно немного подождать. Эх, через 2 недели только будет Battle Pass. А что с этими приколдесами? Какой у нас план? Объясню по дороге. Блин, я, наверное, единственную вещь не делаю. Где-то? Баф здесь, да? Лучше пусть дает дух. Нет. Горящий рев. О! На 4 секунды. Давайте пока заюзаем что-то из этого. Точность барьера 50%. Что так делаем? Не помню. Это. Ураганный доспех сюда, то есть у меня еще там. Ну-ка. Я еще не готов. Идиот. Надо спуститься туда. А. Ратма описал ритуал слишком мудрено. Да и записи Элиаса ничем не лучше. Но, думаю, я знаю, как поговорить с мамой. Со стороны Черного озера дует ветер. Чувствуешь его? Надо спешить.
слышишь? Дитя мое, это ты. Я спасу тебя, мама. Обещаю, я научусь. Нейрел, хватит. Меня не спасти от моих же ошибок. Это тело лишь сосуд. Мой дух должен уйти. А ты должна отпустить. Мама, нет. Ты нужна мне. Ты должна жить дальше, без меня. Но я помогу тебе в последний раз. У тебя есть благословение. Твоя кровь – это ключ. Открыт. Нам надо идти. Но... Думаешь, Лилит еще здесь? Прошло столько времени, боюсь. В этот раз она победила. И еще... Мне надо позаботиться о маме. Но это не конец. Ты должен идти. Лилит искала Радму. Найди его. Узнай, зачем он ей. А я буду в хранилище. Ладно? Мороз до костей пробирает. Ты последний гость моей святыни. Но, как и Лилит, ты пришел слишком поздно. Еще один, да? Так, и следующий у нас будет раздирание. Короче, остановимся, я там себе кофейку залью. Чтобы пройти дальше, надо убрать опухоли. А, окей, сейчас.
хорошо, что у меня, блин, камера еще не включена, а то вот помимо скучного голоса вы бы еще и свои таблобы смотрели, мне не ставши. Идем дальше. Я тут немножко этот яркость прибавлю, потому что у меня тут свет. Он так клепашит, что капец, ничего не вижу. Происходит яркость. Бляха, выходит это так. О! Ну что, подожди. Ладно, идем. Тоже иди сюда. Наверное, где-то в эту сторону. Мне нужно немного подождать. Я не туда пошел. Бля, торде, блин, жарко. Грозу обещали у меня тут, блин. Еще в 11 часов, но нихера не этот не льет. Жарко. Жопа просто. С ума сходишь. Мне нужно немного подождать. Так, ты паскуда, на. Мне нужно немного подождать. Тупо, блин. Надо было так тупо проиграть. Пророчество стало моим временем. Другие узнали о нем. Не понимали его сути и смысла. Я знал, что Иван захочет вмешаться, решив, что пророчество о нем. Он возомнил себя спасителем. Я еще не готов. Блин, надо что-то уникальное какую-то. Модку нормальную взять. А, понятно. И чё? Что, не всё, да? Я еще не готов.
Бля, это опять вопрос эти. Мне нужно немного подождать. Там ботинки падают. Что, шмоток? А ты откуда? Вот. Вот он. О, скорости передвижения. Пойдет. Перчатки у нас 5 к характеристикам, к силе. 9 к ловкости. Смерч. Увы. А там потом башкой у меня по батарее упашет. Дальше. Блять, элита. Мне нужно подождать. Да. Неблагодарным созданием вроде тебя не осознать ее масштаб. Вот так. Значит, Инарий раньше всех пришел. Пойми одно. Когда я одержу победу в преисподней, дома, на небесах, меня встретят с почестями. Этого не будет. Проклятое место. За мной кто-то идет. О,
класс. Круто. Такие моменты, типа, четко. Ну, это плюс, конечно, а смотровые площадки только. Все время. Понадобится время.
остается время. Так вот, не отъезжай, Легендарочка первая дропнулась. По чинам. Боль уже ушла. Достойное наказание. Будь я сильнее, отказал бы Винард. Нейрелла. Нейрелла, она в порядке? Да, с ней все хорошо. Наша встреча не случайна. Я хотел помочь. Передашь ей это от меня. Мне не следовало забирать. Как темно. Я покаялся. Думаешь, было поздно? Нет, не поздно. Сейчас свет унесет тебя домой. Ты не видишь его? Да, да. Теперь вижу. Они пришли. Печалька. О, еще и второй. Тебе не нужны доспехи, чтобы быть достойным, друг. Так, смотрим. Редкий шлем. Это еще лучше. Ускользающий костякатный шлем. Если на вас действуют эффекты контроля, то когда ваш уровень здоровья падает до низкого, вы получаете неудержимость на 4 секунды. Время восстановления эффекта 40 секунд. Сопротивление типу темная магия. Время восстановления сокращается на 1,8. 5 к максимальному ресурсу дух. Теряем. Ну, так это получше будет. Ух ты, крутяк. И защитный амулет. Виго. Сопротивление стихиям 2,6. А, ну, это какой-то 7,5. Уменьшение урона от противников на расстоянии. Это хорошо. Затраты ресурса дух снижаются на 5%. О, блин, круто. Это хорошо. Когда вы получаете урон при запасе стороны ниже высокого, так, образуется магический пузырь, который... О, это хорошо. Довольно-таки неплохо. Не, ну шлем крутой, смотрите, как выглядит это вообще. Это ключ от преисподней. Больше просить не стану. Тебе не придется. Я видел, как ключ забирают с моего тела, уносят из святыни под присмотром великого змея. Если ты и вправду избранный, все так и случится. Здесь слишком тихо. Где она? Это он? Это Ратма?
Я не знаю, решился бы ты поддержать меня в этом новом мире, Ратма. Но я бы ждала тебя. Все равно. Теперь все, чем ты мог бы стать, у меня украли. Украли. Просто врата ада. Он откроет нам двери в будущее. Будущее, возможное лишь благодаря тебе. Твоя жертва не будет напрасной. Ёбана, да, думаешь? Ну, а по сути, в предыдущие, когда камень, в котором заточены были все демоны, ну, Белиал, там, Диабло, все вот эти, ангел смерти его разбил, и когда мы его убили уже, то души все вернулись обратно, то есть даже демоны вернулись в ад. Ну, я не знаю сюжетки, но предполагаю, что вот мы еще встретимся со всеми этими козлами, короче. А где она? Слушайте, а может мы... Подожди. Так, это мы разберем. Разберем. Ставим. Забирай, что осталось. Итак. И мы сделаем. Если что у меня по оружию? Бегом в кузню. Оружие у нас 277, да? Что на этот раз? Так, надо ремонт. В принципе, сразу можно. Больше брони, время сокращения, максимум духу. Кто нажал? Ну, это можно качнуть, конечно. Неожиданно. Пык. О, не хватает. И можем вставить какой-то камушек, да, если броня, то... Прочность барьера не то. Тоже не то. Вот. Максимальный запас здоровья. Этот камушек. 2%. Тут у нас показатель шипов. Минус 4 к периодическому урону. И хпшку пока вставим. Сюда. А украшение у нас... Ладно. Холоду. Мы с вами бежим. Поговорить, короче, на РЛА. Работает.
Мне нужно немного подождать. Для этого понадобится время. Сразу отгибаю. Ай-яй-яй. Нужно больше времени. Большая часть надписи совсем стерлась. Вы можете разобрать только несколько слов. Посмеешь, насмехаться, гнев, участь. А, это значит, мы сделаем так. Провокация. Тобой владеют слабость. О, на время получается неудержимость. Круто. В этих статуях всегда можно себе буст припануть. Знаете? Мне нужно немного подождать. Блин, она что там? А, нет, тут походу все. Вига попросил передать тебе это. Вига просил передать тебе это. Он был хорошим человеком. А Лилит? Она вообще там была? Вы с ней встретились? А когда я добрался, она уже ушла. Было что-то еще. Я это чувствую. Лилит забрала ключ от преисподней с тела Ратмы. Значит, все зря. Она одна тут добилась того, чего хотела. Найрелла. Она искала легендарного Харадрима. Хотела обрести надежду. Ее поиски тоже не увенчались успехом, но ей предстояло сыграть другую важную роль. Сказать по правде, мы нуждались в ней больше, чем она в нас. Впрочем, подобное никому и в голову не могло прийти. Инари оправдал мои предположения и оказался крайне ненадежным. Объятый самовлюбленностью, он убил своего сына Ратму. А из останков Лилит получила ключ к преисподней. Где она им воспользуется? Выяснить это можем лишь мы. Колечко. Первый акт закончен. Угу. Урону яд. Физически. А, пойдет. Но убирать не буду, так как тут есть защита от яда. Это очень полезная штука. Если пойдем на шаву, то надо будет себе кап собрать на защиту от яда, чтобы там стычки не отлетать. Так, следующий у нас здесь начинается. Квест. Непредвиденный визит. Но... я предлагаю, короче, пробежаться по допам. Этот дозор света я там огреб. Алмаг 25. А, там повышается. Ладно, давайте попробуем сюда пробежаться. Где я нахожусь? Алло. А, я тут. Тут у нас что? Еще одно. Мы идем, короче, сюда. Надеюсь, там кто-то есть.
не ошибаюсь, то где там город этот? Левшат. Ага. Вот здесь у нас этот алтарь Лилит. Но я потом, короче, в своем время побегаю, пособираю. Нася просто напихивает. Мне надо шмот. Точно шматьё. Ебать. Мне там нечего делать в этом, блин, науке. Меня там просто съедят нахрен. Мне нужно. Посмотрите, у него удар на пол хп. А, вот этот рахит мне там. Для этого понадобится время. Я уже в хардкорбе уже. Знаешь, на чем новым персонажем бы играть? На тебя спина. Туда надо. А, стоп, я этого дебила должен был убить. Пиздец. Короче, надо было убить этого идиота, чтобы отнести. Закончить, короче, квест один. А еще закончим квест. Чудища! Это цепь Намрана. Спасибо, что вернул ее. Так, уровень. Уйду качаем, уйду. Раздирание. Угу. Блин, 1828 урона. Вот это вещь, конечно. Надо будет затестить. Ветер слишком силен, даже для этих мест. Скоро.
Смотри, что замерз. Мне нужно немного подождать. Скорость решает. Заходи. О. А, кстати, а сколько нам? Ого. Да хера. Не знаю, смогу ли я убить этого идиота. Босса, кто? Ой, нет, вышел. Не в ту сторону пошел. Не, ну чё, попробуем. Честно скажу вам, это, блин, глаза жестко. Для этого понадобится время. Эйц. Ну, блин, призывает господа.
Мы всегда знали, что подо льдом что-то есть, но думали, что сможем защититься от обитателей туннелей. Вчера я нашел свою дочь Калу в слезах. Она сказала, что видела монстров в пещерах и умоляла нас уйти. Я пообещал, что ничто не прогонит нас из родного дома. Позже я ушел на охоту. На обратном пути мне пришлось сражаться с жестокими ветрами и густым снегом. Первыми я увидел стражников. Они покрыли сколько льда. Монстры, о которых предупреждала моя дочь, заполонили город. Я прокрался мимо них, чтобы найти Калу. Но было слишком поздно. Моя дочь обледенела, как и все остальные. Во всем городе не осталось кроме единой души. Почему я ее не послушал? Для этого понадобится время. Пойдемте. Угу. По акту, короче. Борода. Дедушка должен был проводить меня домой. Подожди.
есть смысл уже, короче, собирать эти. Нормальные шмотки падают уже. Мем такой. Мем. Так вот, основной характеристики и так нету. Можно поменять. Что у нас? Магический посох. О, тут есть подвал. Погнали в шахту, сейчас кого-то загасим и получим еще один сундучок. Нужно больше времени. Лишка. Силе воли, отлично. Еще и две дырки. Блин, что-то тут вот этих углах должно быть. Для этого понадобится время. Надо алтари пособирать еще, конечно, это будет такой неплохой буст на будущее. Вот так. О, и у меня уже два этих уклонения. Вот это полезная штука. Я еще не готов. Редкий двуручный топор.
Но. Вблизи. Ну да. 36 к силе воли. Ух ты. Минус 7 урона в секунду. Но. Можем проверить так. Смотрим. Урон от оружия 372. 364. Увы. Но если его подзаточить, то будет хорошо. Некромант. Надо будет чисто на этот. О, надо бы про... Блин, надо вот это еще, ветеринарные архивы, сюда заскочить, чтобы... Барьерчик, короче, поставить, чтобы, типа... Для... Какого, блин? Живучести. Ну, это я уже сам займусь этим. Ну, сейчас идем на сюжет. Может, там... Короче, о, видите, прогрузка была. Оп, это другие эти. А, видите, а здесь это уже другой регион. Ну, бля, ладно. Благослови тебя, Свет. Если что-то нужно, поговори с командиром. Я ищу Харадрима по имени Донан. Я от его старого друга. Сейчас он, скорее всего, в крепости. Спроси стражника у двери. У меня важное сообщение для Донана. Донана. Он с сыном наверху в главном зале, но не отвлекай его надолго. Папа, мне надо сражаться вместе с другими рыцарями. Чему такая спешка? Я тут нашел мои старые харадримские фолианты. Останься. И мы вместе их почитаем. Несколько я могу взять с собой. У нас гость. Мы вернемся к этой теме. Тебе что-то нужно? Я с посланием от Ларата. Да. Давно я о нем не слышал. Старик, наконец, спустился со своей горы. Чтобы сказать, древнее зло на свободе. Демоница Лилит. И вы уверены, так? Вы с Ларатом нашли что-то интересное. Может, это связано с тем, что ты видел? Да, я как раз собирался. В моей усадьбе стряслась беда. Но лучше поговорить об этом. Там. Иди осмотрись на месте. Потом я подойду, и мы все обсудим. А что до просьбы? Иди, Брестейк. Будь осторожнее. Не отходи от других рыцарей. Ладно, не волнуйся. Далеко бежать? Значит, вот это уже, это другой район. Вот это, в принципе, так. Ладно, короче. Я предлагаю закругляться на этой теме. Ух, может, еще вечером запущу стрим и пойдем дальше по сюжетке. Но... Я хочу немножко отдохнуть от этого всего, от напряжения. Немножко развеяться, и мы с вами продолжим. Завтра 100% будет стрим. Завтра буду играть.
Ну что, давайте тогда увидимся завтра или сегодня вечером. Но сегодня вечером еще под вопросом. Так что пока.